Улица Победы в числе 9 автодорог общего пользования, которые отремонтируют в этом году. Всего на дорожный ремонт выделено 100 миллионов рублей, из них 50 миллионов из областного бюджета, столько же из городской казны. Особое внимание к качеству. В состав комиссии по приемке ремонтных дорожных работ входят не только коммунальщики, но и представители общественности. Второй год вот замечается, наблюдается более серьезное отношение к ремонтным работам. То ли это связано с совершенством подрядчиков, которые занимаются этими работами. Бросается в глаза оснащенность техникой. Вместе с комиссией на месте дорожного ремонта побывал замминистра строительства ЖКХ и транспорта региона Андрей Тюлин. Оценка хорошая. Вот на протяжении уже второго года компания, которая работает в Димитровграде, зарекомендовала себя очень хорошо. Во-первых, это качество, это сроки проведения ремонта. Я уверен, что в этом году те объекты, которые запланировано сделать, будут сделаны, в два раза быстрее, нежели составленный график. Официально, по утвержденному графику, завершение всех дорожных работ запланировано на 15 августа. Арина Макарова, Тарас Шкуренко. Наше время.